Человек удивительное существо. А человек є удивительна бытость. Ну что, все собрались, можем начинать или еще нет? Чтобы никого не обидеть. Нельзя еще начинать. Хорошо. Ну я пока так, вступление такое, не обязательно. Я по таким Мне не очень нравится название «Революция сознания». Не пачется мне данный назов «Революция ведомия». Ну это издатели придумали. То были навыки те, которые выдавали книгу. Потому что какая это революция? Это не революция. Это же не можем говорить о революции. Это строительство. То есть будование. Делание. Витварание. Вообще эти две книги «Интеллектуальная авантюра 1» и «Интеллектуальная авантюра 2» это материал трехлетнего курса. Так что за одну беседу мы никак не уложимся. Три года нам здесь не разрешать сидеть. Всё разобрать то, что удалось за 3 года. Вот. Поэтому сложность задачи состоит в том, какие ключевые моменты. Это очень важно. Проблема спочивает в том, какие ключевые моменты мы можем обсудить, используя эффект присутствия. Можеме посудити при využití efektu prítomnosti. Как показывает практика работы с людьми на эту тему? Podľa skúseností z praxe pri práci s ľuďmi na túto tému. Самое сложное для практического использования. Наисложнейшее для практического использования. Это понятие целого. Е похопение целого. Или по-немецки тотального. Тотального. Дело в том, что в повседневной своей жизни идет о том, что в бежном, в каждодневном жизни мы осознаваем или не осознаваем, уведомляем си, або не уведомляем, пользуемся логикой одного. Поуживаем логику одного. Наиболее простой способ это, если А, то Б,
если B, то C и так далее. То есть линейная логика. Najjednoduchšia je lineárna logika, to znamená, ak je A, potom je B, potom C a tak ďalej. Если же мы вводим обратную связь, ak zavádzame spätné spojenie, и появляется попытка обозначить процесс, a snažíme sa označiť proces, то это уже кажется большинству людей сложным. То je už pre väčšinu ľudí zložité. Вот у Гибша и Форвардса в социальной психологии есть замечательная формула. В социальной психологии довольно добрая фраза, формулация. Она как раз иллюстрирует логику с обратной связи. Говорит о логике со спетным споением. Человек А. Человек А. Как он себя представляет. Так, как он самого себя представляет. Назовем это А1. Назовем его А1. Обращается к человеку Б. Обращается на человека, которого обозначили Б. Как он его представляет? Назовем это Б и А. Так, как его он представляет, обозначим это Б и А. В свою очередь человек Б. Потом человек Б. Как он себя представляет, Б1. Как он сам себя представляет. Обращается к человеку А. Обращается к человеку А. Как он его представляет. Так, как он его представляет. Вот так обычно люди общаются. Так то обычно припады люди с полукомуникуют. Как мы видим, каждый говорит сам с собой. Ako vidíme, každý hovorí sám so sebou. So svojím predstavlením o sebe. So svojou predstavou o sebe. I o druhom. A o druhom. Это я в своё время, ну я режиссёр ещё театральный. Я в своё время понял, что вот эта простая картинка объясняет всю загадку драматургии Чехова. Ja som pochopil, keď som bol ešte divadelným režisérom, že toto všetko sa odráža v dramaturgii Čechova. Čechovo je to udalosť v jeho piesách. Все говорят сами с собой, хотя как бы говорят другим. V Čechovových hrách všetci, každý hovorí sám so sebou, ale ako keby sa rozprávali s druhým. Psychológia je to znamenitá probléma, как обратиться к другому, как к другому. В психологии є великим проблемом, ако са обратити, ако комунікувати з другим, ако минуя своє представлення о ньому. Ти так, аби ми са видели своє представе о ньому. Ми ввели поняття третього голосу. Завели ми поєм третій глас. Тобто, нечто, нечо, что одинаково объективно, что равноко объективно и для человека А, и для человека Б. Ай про человека А, ай про человека Б. Самая простая форма третьего голоса – это поговорим о погоде. Наилучшая форма третьего голоса. Поэтому люди так много говорят о погоде, которая им абсолютно не актуальна даже. И порасправаемся о но это возможность говорить. Ты слышал, будет завтра холодно. Да, завтра будет холодно. И начинается разговор. Как бы ни о чем. Люди между собой говорят, а завтра будет зима, а это другой. Но это единственный способ. Это единственный способ. Не разговаривать друг с другом, опять же. Не расправаться один с другим. А говорить о чем-то третьем. Але говорить о нечем третьем. Есть более сложные формы, да? Су сложнейшие формы. На одинаковом, скажем, фрагменте описания мира. Например, на сполучном фрагменте опису света. Рыбак рыбака видит издалека. Рыба рыбара позна сдалека. Вот Карнеги на этом стал миллиардером.
Карнеги вдяка тому стал миллионером. Многие, наверное, из вас читали, как заводить друзей Карнеги. Можности вела читали от многих вас. Так вот там написано, приемы, связанные с использованием третьего голоса. Вот вошел к начальнику, увидел у него скульптурка. Там... Там и вас не укажка того, как коммуниковать на третьем голосе. Рыбака. И вместо того, чтобы говорить о том, о чем ты пришел, начинаешь с того, что ой, вы знаете, я тоже рыбак, тра-та-та, ах, вы рыбак, па-па-па-па-па, а потом уже один. A namiesto toho, aby ste začali rozprávať o tom, prečo ste kvôli čomu ste prišli, začínate rozprávať najskôr o tom, že ste rozprávať. Tak dá, predstavenie človeka A i človeka B savpadajú. A a B sú rovnaké. Ty rybak i ja rybak. Pogovorím, jak dva rybaka o našom možnom совместnom biznise. Porozprávame sa ako dvaja rybári o našom možnom spoločnom obchode biznise. Но чаще в социальных делах люди пользуются в качестве третьего голоса авторитет. Але найчастейше в социальном животе люди používают ako третий глав авторитет. А вот Кант сказал, ты согласен? Да, я согласен. И начинаем, значит, беседовать о том, что сказал. А вот президент сказал. А президент повідал. А вот Иван Иванович. Иван Иванович поведал. Ты знаешь Иван Иванович? Знаю я Иван. Так вот он сказал. Ведь он поведал. Но такой диалог возможен только в том случае, если авторитетный источник информации одинаково принимается всеми участниками диалога. Это возможно и тогда, когда авторитет, когда авторитет принимает. То есть опять люди говорят не друг с другом. Чиже опять не говоря один с другим. А говорят как бы с этим авторитетом. Але розправляються або з тим авторитетом. Ну, во всяких малых группах. А в разных малых скупинах. Есть лидер. Есть лидер. И тогда, а вот Игорь Николаевич сказал. Povedal, о, сам Игорь Николаевич сказал, тогда конечно. Вот это уж поведал он, так то кто правда. Такой Игорь Николаевич? А кто то вообще? Не важно. Важно, что он авторитет. Не, это важно, важно, что это авторитет. И самая сложная форма диалога встречающегося в повседневной жизни это диалог на общей системе критерий. Je to dialog pri spoločnom systéme kritérií. То есть, когда у нас с вами то есть, тогда, как мамы спору есть значительный фрагмент общий описания того или иного явления, мира, человека. Спорочный фрагмент опису света, человека. Позиции. Можно становись позиции. Мы можем строить более содержательный диалог, но опять же мы будем говорить может, о мире, о позиции. Может это быть обсажнейший но диалог, не друг о друге. Но будет заслан о свете, о становисках. Зас это не будет разговор одного с другим. Таким образом люди вообще не решают проблему, как же поговорить. Что люди между собой вообще не разговаривают. И происходит игнорирование субъективности каждого. А игнорируется субъективная реальность каждого. Его уникальности, его непохожести. Его уникальности, неопаковательности. И что он другой. То, что вас не є другий. Не такой, как я. Не є так істий, як я. В частной жизни в особном животе другой просто почти всегда игнорируется. В особном животе са другий вечно игнорирует. Кто такой близкий человек? Кто это близкий человек? Это часть меня. То есть моя часть. Что? Это все. Значит, если он что-то не понимает, чиже это знамена, что когда он ничего не хапает, этого не может быть, потому что он же часть меня, он должен понимать.
To nie je možné, veď je to moja časť, on musí chápať. И все, почти все конфликты в частной жизни. А так на всякие конфликты, которые возникают в особом жизни. Связаны с тем, что приходится использовать социальные формы ведения диалога. Что в особом жизни используют социальные формы диалога. Чтобы каждый все-таки как-то мог себя, как ему кажется, проявить. Aby som mohol každý ako tak prejaviť. Ну теперь представьте, какая у нас с вами сложная задача. Teraz si predstavte, akú máme zložitú úlohu. Многие из вас еще не прочитали. И может никогда не прочитали. Многие из вас не прочитали. Эти две книжки. А может они не прочитают эти две книжки. А мы собрались вроде бы поговорить об этом. А мы сме са ту власне стрепли, аби сме са о том порасправали. Как же нам быть? Ако можем быть? Нам надо вести контекст. Мусиме са достать войс до контексту. Контекст придется вводить мне. Контекст мусим увезть я. Как автор. Ако автор. Я сразу хочу предупредить. Chcem vás hneď upozorniť, что все, что я говорю, пишу, že všetko to, čo hovorím, píšem, это мои мнения, мысли, позиции, to sú moje názory, myšlienky, stanoviska, не претендующие на абсолютную истину. A nenárokujem si na absolútnu pravdu. Потому что с моей точки зрения абсолютная истина не существует. Pretože podľa môjho názoru absolútna pravda neexistuje. Хотя многие из нас её хотели бы найти. Hoci mnohí z nás by ju chceli nájsť. Человек отличается от любых других живых существ на нашей планете. Človek sa odlišuje od ostatných živých bytostí na našej planéte. Тремя странными желаниями. Трома зваштими желаниями, прияниями. Он хочет бессмертия. Це несмертельность. И ищет, как этого достичь. А гляда, ако са туда досягнуть. Он хочет познать истину. Це спознать правду. И он хочет идеальный сот. А хце идеалу сполочность. Как вы понимаете, у животных таких проблем нет. Сами добре знаете, что зверята такие-то проблемы не имеют. А во всем остальном мы не очень отличаемся от животных. А во всем остальном са вельми подобали на зверята. То есть у нас есть двигатели, которых у животных нет. То знамена, что мамы моторы, которые зверята не имеют. Есть гипотеза. Existuje hypotéza, что человек это способ реальности познать самую себя. Že človek je spôsob reality, ako spoznať ju samotnú. Но как вы понимаете, жизненное беспокойство по поводу удовлетворения своих потребностей. Ale ako sami chápete, večná nespokojnosť uspokojovaním svojich životných potrieb. Чаще всего не дает нам возможности заниматься чисто человеческими делами. Нам не дозволяє заоберацца людськими вецами, чинностью. Поиском истины. Знамена гляданням правди. Бессмертия, несмертельностью и идеального сути. А идеальной сполочности. Таково положение дел. Так то стоит вец.
Человек – удивительное существо. Человек є удивлююча бытость. Если рассмотреть человека, homo sapiens, так се позріємо на чоловіка, як друг homo sapiens, с позиции технологическое изделие, изделие homo sapiens. Ако на виробок homo sapiens, это потрясающая штуковина. Це фантастична річ, которая абсолютно не нуждается в нашем субъективном вмешательстве. Которая вовсе не потребует наш субъективный живот, а вот что до него до не старали. В этом изделии есть все. В том-то виробку и всё. Чтобы жить, удовлетворять потребности, размножаться и так далее. И могло жить, успокоиться. Без всякого нашего присутствия. Размножаться мы на том вовсе не можем поделать. Кажем, встроенный механизм информационного метаболизма. Например, механизм информационного метаболизма. Он автоматически делает нас разными. Автоматически нас делает тем, что мы стали лишними. Потому что есть минимум 16 вариантов. И минимально 16 вариантов. Селекция информации на входе. Селекция информации на входе. На переработка ее на аспекте самооценки. На спрацывание, при спрацывании в аспекте себеодноцения. Структурирование и выдача наружу. И структурализование, а выдай на вонок. Очень часто люди, не желая погружаться в глубины, это сложный проблемы, которая называется соционика. Я сама вам изредка хочу поговорить о этой проблематике, которую называют соционика. Просто это называют типом личности. А означают это типом особенности. Хотя еще Юнг, в своей фундаментальной работе «Психологические типы», в своей закладной праце «Психологические типы» описал это именно как типы мышления. То описывал как типы мышления. Но поскольку в автоматическом режиме, насколько в автоматическом режиме способ обработки, переработки, выдачи информации определяет 80% нашего поведения. Спрацывание, выдача информации забирает 80% нашей работы. То, зная тип информационного метаболизма, и познать тип информационного кода метаболизма, в 80 случаях из 100 80 припадов за 100. Можно спокойно просчитать поведение человека. Можете вопред урчить або предпокладать справание человека. Но человек-то сам, его субъективное начало. А человек его субъективное. Уверен, что это только с ним. Что-то все уникально, переживания, чувства, эмоции, болячки и прочее. Что это у него делает, что это переживания, страсти, радости, что он этим выниможен. Кроме этого механизма у нас еще есть масса там. Скорость реакции на зрительный раздражитель, скорость реакции на звуковой раздражитель. У нас есть особенности телосложения, которые определяют тоже многое в нашем поведении. У нас есть особенности диапазона психоэмоциональных реакций. Каждый имеет иной рост психоэмоциональных реакций. То, что мы попробовали описать в ДФС. То, что мы сосредоточили описать в ДФС. Которые задают общий, как сказать, тембр поведения. Который задавал такой сплошный, всеобъемный тембр справления. И так далее и тому подобное. То есть
изучать это нужно очень много, и это потрясающе интересно, это очень сложно. Проблема состоит в одном. Проникать эзотерические здрои, посвященные человеку, которые были посвящены, которые совенували человеку. С их методиками, с их технологиями. Это методики, технологии. А поскольку задача управления, а насколько улога риадения для социальных нужд, социальные потреби актуальна всегда, я жди актуальна, то постепенно иррациональная часть, так поступне иррациональная часть, научная, так сказать, занялась веди, так званой веди, начала веновать вопросами так называемой конструктивной психологии. Начала веновать отазкам так званой конструктивной психологии. И выяснилось, что огромный эмпирический материал, указалось, что огромное множество эмпирического материала, собранный в разных частях света на протяжении, который позбиран из разных частей света почас 5500 лет. 5500 лет. Можно рационализировать, хотя и не просто. Хоть это не единодушно. И эта рационализация пошла в двух направлениях. А тато рационализация са ускуточена в двух насмерованиях. Первое направление, естественно, наиболее обеспеченное ресурсами, это совершенствование внешнего управления поведением людей. То есть доконаление внутреннего риадения, справления людей. На сегодняшний день в различных прикладных аспектах, в разных аспектах управление поведением, риадение справания при соответствующем материально-техническом обеспечении, материально-техническое обеспечение достаточно, достигло 97% предсказуемости. Достигло 97% предвидательности. Это абсолютно достоверные данные. Это доказано. Раньше они были, не публиковались, потом что-то случилось, и в некоторых научных журналах эти публикации появились. А в некоторых ведических часописах эти публикации объявили. Грубо говоря, современные возможности практической психологии, при наличии задачи дает возможность дорога, посчитать поведение человека в рамках обычной жизни на 97%. На 97%. То есть для специалиста такого уровня или группы специалистов мы с вами предсказуемы на 97%. Чиже специалиста в этой области докажет предвидать наше справление на 97%. Уже даже художественные фильмы на эту тему появились. Уж свои фильмы на эту тему. Как все это делается, это управление, как организуется сцепление событий, как высчитывается, как организовать, с кем встречу и так далее и тому подобное. Ако зорганизовать встретнутие, кеди, где, с кем? Я когда впервые это прочел в открытой публикации, я пришел к одному своему знакомому, военному психологу. Военскому психологу. Я говорю, слушай. А говори ему.
97%. 97%. Он говорит, ну три же еще не можем. Ну, але так, еще три сам не даю. Профессиональная реакция. Профессиональная реакция. Поэтому наше представление о том, это наша представа о себе и о других далеко отличается от объективного, то есть внешнего восприятия, от внешнего восприятия нас самих. Но должен вас успокоить. Но должен вас успокоить. Это все касается только тех людей. То сатика и тих людей. Правда, их очень много. Вот их я беру вела. Которые совсем не занимаются. То и свободно не ведую. Структурированием своей субъективности. То и сам не заберем структурализацию своей субъективности. Нас так приучили думать, научили нас так размышлять, что то, что у нас внутри, это самая субъективность, это стихия. Тато субъективность є живом. Враг логос. Враг разумности. Враг разумности. И как показывают исследования очень простые. Але указую на вискуми, позорования. Ничего человек так не боится, как самого себя. Человек за ничего так не боится, как самого себя. Своей субъективности. Своей субъективности. Потому что на вопрос, кто ты, на вопрос, кто есть только ты? Один грамотный ответ. Я – это моя субъективность. Еба, една грамотная. Остальное это изделие, а изделие, как мы знаем, это не я, это мы. Шутка остальное виробок, а по время виробок. Это продукт. Я поеми, не то продукт. Социализации и данность, данная природа. Или то продукт социализации, а данность, которая нам была дана. У каждого нас есть клеймо фабрики, на которой нас сделали. Čiže každý má ten otlačok pečiatky toho závodu, ktorý nazývajú sociálno-psychologický mír, v ktorom ja prešiel socializáciu. Je to sociálno-psychologický svet, v ktorom som prešiel svoju socializáciu. I to tože izvlikaje sa očiť prosto. A to sa tiež dá zistiť u toho človeka. No čo, že etým nie zanimajúce samorefleksie? Človek sa nevenuje samorefleksie, žije. Или думает, что живет. Лабо си мисли, же живет. А при этом еще думает, что думает. А при этом си еще и мисли, же мисли. В тумане. Живет в такой тумане. Мы сами этот туман выбираем для того, чтобы сами си выбираем эту тумане. Было проще, спокойнее. Аби то было про нас еднодухше, клюднейше. У нас так забот хватает по добыче ресурсов для удовлетворения потребностей. Потому что мама старости нас успокоивает своих потреб. Потому что так уж устроена наша социальная реальность. Потому что наша социальная реальность. Что большинство нам, ресурсов, нужных нам для удовлетворения потребностей. Потому что вечные здоровья, которые потребуем на успокоивание наших потреб. Нам не принадлежат. Не патрия нам. Они принадлежат мы. Патриами. Поэтому изделие – это такой человек, та часть человека, которая добывает ресурсы умы. Которая старается прийти к заслугам. Адаптируясь, соответственно, к требованиям, ожиданиям и способом соответствия данного «мы». А способом, аби зотповедал данному «мы», от которого хочет взыскать эти заслуги. Все живое добывает ресурсы из внешнего мира. Человек только у человека этот внешний мир – это в основном другие люди.
Ale pre človeka je týmto vonkajším svetom o väčšine prípadov sú im druhí ľudia. A jestli hovoriť točnie, sociálna realiť. To znamená sociálna realita. Со всеми ее механизмами, которые изучают социологию. О которых сам говорит в социологии. Ну и хорошо. Если мы хотя бы это не только знаем, но и осознаем. Когда мы то-то знаем, а уведомуем си то. И пользуемся. А получаем это? То уже мы можем быть значительно эффективнее в добыче этих самых ресурсов. Мы можем быть о много эффективнейшим при изыскивании каких-то здоровьев и засоб. У нас внутри не стихия, у нас внутри просто первобытные джунгли. У нас во внутри не є живел, є там джунгла. Вот мы живем в цивилизации, да? Живем в цивилизации. Везде как-то все организовано, структурировано. Структурализовано, мы этим пользуемся. Поуживаем это. А внутри, наша субъективность, у нас наша субъективность первобытно общинные какие-то. Я просто на сплошность. Поэтому работа внутренняя со своей субъективностью. Это внутренняя работа со своей субъективностью. Это строительство. То есть будование. И структурирование. А структурализация. И в первую очередь. А в первом ряде. Это касается сознания. Сато тика ведомия. Чему, собственно говоря, и посвящены эти две книги под общим названием «Интеллектуального интеллектуального». Согласно современных данных, в суладе с внешними удаями или информациями, наш мозг является четырехмерным объектом. И четырехмерным объектом. И сознание. А ведомие. Есть не функция мозга. Не є функцією мозгу. А четвертое измерение его. А его четвертым размером. Если мы заглянем в пространство сознания, а наглянем до престор ведомия, то там у нас довольно бедненько. Там у меня это довольно бедно. Всего две базовые структуры. Су там и две базовые структуры. Я имею в виду сознание, а не операционное мышление, которое занимается обслуживанием потребностей. Там у нас есть тип информационного метаболизма, он работает независимо. А который работает независимо. Одна из этих структур, принцип иерархии, или принцип пирамиды. Как известно, вершина у пирамиды одна. Это и есть пирамида, есть в данном случае образ логики единого. Образ логики единого. Одного. Образ логики единого. Когда-то, будучи еще подростком, я все время задавался вопросом, почему в шахматы играют миллионы людей, а чемпион мира один? Почему в шахматы играют миллионы людей, а мастером света лишь один?
то потом я понял, что так и должно быть, потому что аж потом нескоро вершина у пирамиды одна. Что это так должно было, но верх у пирамиды и по один. И согласно этого принципа мы стратифицируем окружающий наш мир. Rozdělujeme náš okolitý svět. Ranžujeme jeho. Je to tam rozdělené. Na vážné, méně vážné, bolé důležité, méně důležité, víc důležité. Hlavné, ne hlavné. Hlavné, méně hlavné. I tak dále. A tak dále. I druhá bázová struktura. A druhá bázová struktura. Je to jistěstvěná systéma koordinát. Je přirozený systém souradnic. Естественно, потому что вот. Природа прето, лево. Низ. Доле. Вверх. Горе. Право. Право. Лево. Впереди. Преду. Позади. Заду. На этой структуре. На этой структуре. Мы располагаем весь материал пространства сознания. Розобераме целый материал, все то, что находится в приесторе ведомия. Есть материал, который у нас всегда наверху. Жди є нечто, що є горе. Всегда внизу. Жди, що є доле. Всегда справа. Жди справа. Всегда слева. Справа. Впереди. То, що є впереду. То есть будущее. Будучность. И позади, то есть прошлое. А то, що є взаду, то знамена минулость. Так мы ориентируемся. Так соориентуемо. Содержание сознания не лежит на полках. Обсаг ведомия не лежит в поличках. Оно организовано в пространстве вот этой базовой структуры. Вот этой базовой структуры. И естественно. А природзене. Интеллект. Интеллект, человеческий, людский интеллект, обнаружив это давным-давно, уже на то пришел довольно давно, устремился к центру системы координат, соснажил прийти к центру системы суродниц, а там ноль, а там не было. Если смотреть прошлое, будущее, то это посмотрим. Настоящее. На минулость, а будущность, так которая и притомность. Есть и в то же время его нет, потому что как следующее мгновение это уже не дальше момент, который наступает уже будущность. То есть это движется. То есть не устало двигаться. Если смотреть направо и налево. Это позрение на право и налево. То это нигде. То есть нигде. Ноль. Нигде, ни справа, ни слева. Nula, ni vrchu, ni vnizu. Ani zprava, ani zleva, ani zhora, ani zdola. I тогда и понеслось различные модели. А потом, если в центре естественной системы координат сам человек. А где в центре системы суродниц самотный человек? У нас получается. Такое описание мира. Мама един опис света. Если в центре системы не весь человек, а только его самотождественность. А где в центре системы? То есть я есть. Другое. Другое. То знамена я сам, тогда идет иной опис света. Я уже не буду подробно перечислять различные варианты, при которых. От нуля избавлялись тем, что в центре было плюс единица. Где бы была в центре? И такие попытки были. Такие попытки. И другие варианты. А сюда и не варианты. Я, как и в книге, сошлюсь на замечательного мыслителя. Я сай, а ту, а кай в книге отволал нас на моего мыслителя. Николай Искузы. Николай Искузы. Который первый, ну, из мне известных источников.
источников, который, европейских, я имею в виду, первый из европейских здоров, тогда аспон, который сказал, я знал, поведал, что центр системы координат, же центром системы суррогат, это точка, вот, объемлющая бесконечность, которая вот, который объема неконечность. Это потрясающе. По тем временам прийти к такому видению ситуации. Прийти к такому видению ситуации. Что это нам дает, если мы этим заниматься? Что нам то да, если тому будем веровать? Это нам дает понимание того, что поэтическое выражение каждый человек – это отдельная вселенная. Же поэтическое выражение каждый человек – это особенный весь. Совсем конкретная вещь. Уполне конкретная вещь. Если в центре система координат нашего сознания. А в центре системы суррогат нашего ведомия. Точка, объемлющая бесконечность. Вот, который объема неконечность. То мы действительно, наша субъективность, наша субъективность, уникальная вселенная. Наша субъективность и уникальный весь мир. В которой конкретно тем, что это наше. Которая конкретна, потому что это наша. Вот это самое, самоотождественность. Это я. То сом я. Я есть, это я. Я сом, то сом я. Сохранение этой конкретности при уховании этой работе с пространством сознания при праце с пространством ведомия уровнях обобщения, это есть корректность. На разных уровнях зовшеобъяснения интеллектуальная корректность. И интеллектуальная корректность, справность. Те, кто не хотели с этим возиться, быстро создали разные программы развоплощения. Те, кто с этим-то не хотели. То есть я – это ерунда, потому что главное, чтобы оно дошло до определенного места и там растворилось в чем-нибудь, там, в абсолюте. Ті, хто з цим не хотіли працювати, вимислили різні технології дематеріалізації, аби се чоловік розпустив нігде в абсолютне. Європейський гуманізм состоит в том, що ми признаємо цінність, хоча б теоретично признаємо цінність кожного конкретного чоловіка. Годноту кожного конкретного чоловіка. Но психологически, але психологически это вызывает ряд неудобств. То вызывает множество таких неспокойностей. Вообще работать со своей субъективностью – это очень странное занятие, потому что поначалу кажется… Это очень звучное, потому что спочатку… Умствование. Создаешь пустым, бессмысленным, тут вот денег не хватает, там запасы пищи кончаются, нема, одеться не во что, и прочие конкретности, а тут мне глупо. Но это не так. А это не так. Почему не так? Почему это не так? Потому что найдя точку опоры, потому что найдем вот опору с помощью интеллекта, помощью интеллекту, вот это самое я, то я, самоотождественность, себя идентиту, нулевая, ну, но этот ноль объемный, а вот это бесконечность. Сегодня мы можем это использовать, обозначающие из квантовой механики, сказать, что в данном случае
Můžeme použít označení z kvantové mechaniky. Центр системы координат. Это самотождественность, я. Seba identita, já. Суперпозиция. Суперпозиции. Кто из вас знаком с квантовой механикой? Кто из вас познал квантовую механику? Суперпозиция. Суперпозиция. Это, когда объект. Je vtedy, keď один. Jeden objekt. Но находится везде. Jeden objekt se nachází všade. Когда исчезает разум, один объект, не теряя своей тождественности, свою идентиту, может существовать может экзистовать в тысячах вариантов. Тысяч разных вариантов. На более сложном для нас языке это есть в шуньяте. Tibetském učení o veliké pustotě. Je v tibetském učení o velké pustotě. Co nám to prakticky dává? Co nám to dá prakticky? Prakticky, co? Jak dáte mi tečku opory, já převrnu mír, řekl Archimed, tak? Archimed povedal, dáte mi bod opory, já převrátím. Tak вот имея такую точку опоры. Když máme takýto bod opory. Мы можем обнаружить в своей субъективности колоссальные возможности внутреннего управления. Они не аннулируют внешнее управление. Социальное. Но они могут достигнуть баланса. Ale může nás přivést k balansu, k rovnováze. Proč? Proč? Protože, работая со своей субъективностью, protože při práci мы можем обнаружить, můžeme odhalit ресурсы, zásoby, внутренние, vnútorné, источники ресурс, zdroje zásob, которых нет у социума, které nemá společnost. Некоторые торгуют этими ресурсами. Некто с теми-то засобами обходит. Ну, как банановая республика. Бананами, вот они этими ресурсами внутренними торгуют. Но это их право выбрать но так или иначе. Что это за ресурсы? Что это за засобы? В поэтической форме это звучит так. В поэтической форме это звучит наследование. Каждый человек, каждый проводник человек бесконечного океана, знания и силы, лежащего позади него. Каждый человек є водичом неконечного океана познания и силы, который се находится в его позади, за ним. Освоив внутреннее управление, если освоите внутреннее ведение, мы можем управлять такими источниками информации и энергии, а энергии, которые принадлежат только нам, каждому персоналу. Которые патрят ибо нам, каждому особе. И в этих источниках, как ни странно, а в тихто зброях, по-разному заинтересованы различные части социальной реальности. Але о тихто зброя мають заувим и розные части социальной реальности. Знаете, простой вопрос, когда я пытался узнать ответ. На котором хотел найти. Зачем человечеству, нашему великому среднему, великому среднему, вот эти маргинальные духовные окраины? На что великий средний потребует маргинал, который ничего не производит, который ничего не вырабатывает, ни в чем не участвует в социальном. На ничем они не участвуют, что и в сообществе. Но человечество их не уничтожает, хотя это на самом деле очень просто для социального. Вот цифра социального реалита, это очень однодухая. Дело в том, что именно оттуда и
Ide o to, že práve odtiaľto tam dobývalась informácia o človeku. Práve tam sa získala informácia o človeku. Это есть грандиозный институт человека. Je to obrovský inštitút človeka. И если пробраться сквозь системы описаний, а как пройдем сквозь экзотические части, непонятные для нас, экзотические части, которые не хапаем, то мы можем из того, что сегодня называется психотехнология. С того, что в днешней добе называем психотехнология. И за исключением идеологической части. А с выемкой идеологической части? Типа религии. Например, набожества. То или иное. Разное другое набожество. Все эти технологии. Все эти технологии. Это поиск, как содействовать, управлять. То есть глядание. Колоссальными внутренними ресурсами. Колоссальными внутренними заслугами. Почему же все человечество не пошло этим путем? Почему статься людство не видало толку цесту? Мы сделаны из людей и слов. Мы сделаны из людей, а за словом. Из людей, потому что мы рождены людьми. Из людей, потому что мы сонародили из людей. Социализированы людьми, благодаря людям. Социализированы нас людьми. Сами стали человеками. Благодаря другим людям. Обучены людьми. Учили нас людьми. Пользуемся общечеловеческими запасами информационными, энергетическими. Пользуемся общими запасами информации, энергии. И слов. А за слов. Потому что социальная реальность потому это конвенциональная реальность. То есть социальная это система договоров. Это система договоров. И эта система невозможна без слов. А эта система не возможна без слов. Не случайно в Библии сказано. Не наоборот, в Библии. В начале было слово. На початку было слово. И слово было у Бога. Слово было у Бога. И слово было Бог. А слово было. Так оно у нас и есть. А так то и есть. В быту до такой степени. Каждый день в животе аж до такого. Что мы думаем, если названо, значит познано. Что когда нечто поименовано, так то вниз и познано. Так проще. Это для нас единодушие. Те же технологии, которые искала маргинальная окраина человечества, этот самый институт человека, невозможно передать ни цифрой, ни словами, ни картинками. Можно только намекнуть косвенно. Да, с этого окраю доткнуть. Знаете, есть один тибетский текст. Един тибетский текст. Который можно читать как угодно. Который сада читать как угодно. Столбиками. Справа налево, слева направо. Наискосок, через одну букву, через две буквы. И будет внятный текст. Для этого понадобился супермощный компьютер. Есть такой артефакт, он в единственном экземпляре. Но и это не помогает. Почему? И вот тут мы переходим ко второму ключевому моменту. Возможности количественной стороны сознания, которая оперирует
цифры. Ностем части ведомия, которая са опира о числа. Слово легко переводится в цифру, да? Слово са дарахо вельми премених на числа. Ограничено. Тито можности су ограничены. То есть имеем границу. Знамена, что имеем границу. Хотя именно эта часть сознания как бы добилась потрясающих результатов. Пришла к фантастическим результатам. От микромира до макромира. От микросвета к макросвету. Кроме понятия базового как количество. Окрем законного пойму. То, что можно посчитать, грубо говоря. То, что сада спочитать. Есть такое понятие качества. И а таким пойм, а то есть квалита. Мы им пользуемся как бытовым. Его получаем в каждодневном животе. Более качественным, менее качественным, ну, то есть как оценочной категории. На самом деле это такая же базовая категория, как и количество. Когда возникает мне необходимость? Когда от единицы, одного, мы переходим. Делаем попытку хотя бы. Робим покус, снажим снаг. В целом. Прейд в целом. Целое. Целое. Насколько мы можем о нем мыслить. Насколько мы можем. Обладает решать. Рядом уникальных свойств. Ма множество уникальных властностей. Первое. Целое больше, чем сумма частей его составляющих. Целое больше, чем сумма частей, из которых составляет. Есть такой эффект целого. Эффект. То есть всегда возникает некая прибавка за счет того, что это целое. Некое прибавление, благодаря тому, что это целое. Ну, например, в каноническом искусстве, например, в иконах, икона, в частности, где все известно заранее, где при восприятии происходит информационный парадокс. В человеке воспринимающем возникает совершенно новая информация. Человек принимает ту икону, возникает совершенно новая информация. Это эффект целого. Это эффект целого. Вы знаете, что структурированная вода, видите, что вода, которая структурализована, один стакан, один бухар, вылитый в бочку, который наливаем до стакана, воды структурирует весь объем воды в бочке. Структурализует целый объем воды, которая в суде. А мы с вами на 80, на 73% состоим из воды. Это так. 75% воды. К сведению. Так вот, целое. Цело. Сущность части, любой части целого, есть самое целое. Подстата части, любовной части целку и самотный цело. Нельзя вынуть из целого что-либо, сохранив при этом качественную определенность. А уховать при этом квалитативную улучшенность. Потому что вне целого это другой, качественно другой объект. Потому что мимо целку эта часть уполне иной квалитативный объект. Оно действительно тотальное. В нем все взаимосвязано, равноправно, взаимно обусловлено, нет ни первого, ни второго, ни более главного, ни менее главного и так далее. Подвижение нижнее на первом месте, другом месте, все такое равноценное. Нам посчастливилось создать инструмент интеллектуальный, который дает возможность максимально близко интеллектуально описать целое. А
vytvorili sme tak nazývaný metód kvalitatívnych štruktúr, kvadrát aspektov, intelektuálny produkt, ktorý nám umožňuje большое целое, čo najlepšie opísať celo, bola metóda kvalitatívneho. Приближение, так же, как все попытки наших предков. Целое познается только как целое. Не расчленить его, расчленя на части, мы его уничтожаем. Když ho rozdělíme na části, tento celok ničí. Как объект познания он исчезает. Ako objekt, ktorý sa dá spoznať, mizne. Но у нас есть, и это уже научный факт. Ale máme, to už je vědecký fakt. Качественная сторона сознания. Kvalitatívnu časť vedomia. Эта часть нашего сознания работает так, часть нашего ведомия працует совсем иначе. Целком иначе. Я вот разговаривал с людьми, занимающимися попытками создать искусственный интеллект. Разговаривал с людьми, которые занимаются вытворением умелой интеллекта. Вот они все уже могут. Они все это могут. А вот это они не могут. Целое им мешает. А обойтись без целого, это значит потерять огромную часть знаний. Все началось с простого факта. Чисто экспериментальным путем обнаружилось, что для познания человека, знакомого и значимого лица в толпе, скупине людей нужна одна десятитысячная секунда. Человек потребует на то одну десятитысячную секунду. Что не укладывается ни в какие теории зрения. А то не западаться в жадной теории. В теорию зрения, которую мы изучали, многое не укладывается. Вы знаете, что по последним исследованиям видит, слышит, обоняет и все остальное мозг. Ako sami dobre viete, podľa posledných výskumov a glaza, uši, to nie orgány восприятия, a to monitory, ktoré vyvodia tú informáciu naružu. Ktorý vlastne informáciu, ktorá prochádza z mozgu, dávajú na vonok. Tak вот, stali sledovať. Začali sledovať, pozorovať, skúmať. Тут, кстати, вспомнили про Будду, который, согласно легенде, мог рефлексировать как раз 10 тысяч мыслей в секунду. Дальше. Выяснилось, что за одну секунду для поддержания своей субъективности мы потребляем 400 миллиардов бит информации. Получаем 400 миллиардов бит информации звонка. Осознаем 8 миллионов. Уведомляем 8 миллионов. И т.д. и т.п. Так вот. Качественная сторона сознания перерабатывает в единицу времени в 10 тысяч раз больше объема информации со скоростью в 10 тысяч раз превышающую скорость максимальной работы количественной стороны. С рифостью, которая 10 тысяч раз больше, а то спрацывание информации на квантативной части времени. И работает она в режиме тотальном, то есть в режиме целого. Квалитативная часть працует в режиме целого. Следующий вопрос, как наладить Дальше вопросы, как наладить извлечение информации оттуда с
на уровне приемлемом для использования количественной стороной. Získávání informací z kvalitní části, aby to dokázala přijat. Naladit takovou systému dějitelnosti, alebo ako naladit systém činnosti, která bude nepřímo upravovat kvalitní stranou. Kterou nebude riadit množstevná část. U nás je jeden v Evropě, já mám v виду, замечательный совершенно феноменальный пример. В Европе существует феноменальный пример. Это Тесла. Это Тесла. Бог электричества. Бог электрики. Говорят, что пока это единственный человек в человечестве, который знал, что такое электричество, но не рассказал никому. Электрика, но никому не поведал. В течение 20 лет он делал чертежи электрических машин без предварительных расчетов. По этим чертежам изготавливали, собирали эти машины, и они, многие из них работают до сих пор. Многие из них работают аж до днес. Его возможности в области информации, касающейся энергии. Его возможности в области информации, которые касались энергии, недостижимы даже 100 лет спустя. Когда было столетие, ведущий специалист физики высоких энергий. Специалиста на высокой энергии. С экрана телевидения сказал. С образовки телевизии поведал. Ту мощность, которую мог достигнуть Тесла. Ту силу, которую мог достигнуть Тесла. Мы сегодняшние. В днешней добе. Только приближаемся. В днешней добе со столом приближаем. Феномен. Есть и другие свидетельства, но они не имеют такого цивилизационного выражения, поэтому мы не будем их касаться. У нас появляется, если мы идем по этой дороге, следовательно, опираясь именно на интеллект. Два колоссальных ресурса. Я знаю, что слово «плоть» не переводится на другие языки, но я распространенно скажу. Имеется в виду совокупность всех живых клеток нашего организма. Это 130 триллионов клеток живых, обладающих свойством které jsou schopné межклеточного резонанса. Медзибунковой резонансии. Используя технологию продвинутой ДФС, мы можем ввести все живые клетки организма в резонанс, соответствующий состоянию целого. Достать до резонансии с целком. Энергоинформационный ресурс живого. Некогда информационная засоба живая. А клетка резонирует без выбора со всем живым.
a bunka rezonuje bez rozdílu so všetkým živým. Kolosálně. Tato zásoba je kolosálna. Наша способность его использовать. Наша способность его использовать. 5 копеек. И довольно низко. Ну что поделаешь. Но во всяком случае это очень перспективно. А вы это вам не перспективно. Очень. Как вы догадываетесь, это один из конкретных вариантов решить один из трех основных вопросов человека, опись смерти. Отазок человека, ако признание смертельности. Второй ресурс. Друга засоба. Я прошу прощения, кого это задевает, мы используем обозначение души. Говорим о душе. Души. Я помню вам этот образ. Ну не называть же это информационный центр Вселенной. Как это называл Тесла, думая, что это где-то там в космосе. Это действительно информационно-энергетический центр. Нашей Вселенной, Вселенной нашей субъективности. Без миру нашей субъективности. Это ресурс божеской любви. Тото є засоба Божої ласки. Так називається в старинних текстах. Так, тато засоба означує давніх, стародавніх текстах. Це ресурс засоба міжчеловічного взаємодійства. Міжлюдського взаємного уособлення. Но управлять этими ресурсами может только внутренняя система управления на базе тотального сознания. Может только внутренняя система управления на базе тотального ведомия. И это тоже непростая задача. То есть тоже сложная задача. Но возможно. Больше или меньше степени. То есть это вот как раз, как вы понимаете, уже догадываетесь, это направление работы, путь в себя. Это как раз поиск ресурсов для чисто человеческих задач. Бессмертие, абсолютная истина и идеальный социум. И все это находится в нас. А все это находится в нас. В нашей субъективности. В нашей субъективности. В совокупности тех отношений с реальностью, которая строится именно на базе субъективности. Которые выбудованы, поставлены право на базе субъективности. Все, что я делаю уже сколько там, я уже не помню, 40, 35. Ну, в общем, много лет. Всё, что я делаю, много лет. И теоретически, и практически. А теоретически, и практически. Связано с этим. И спойно с кем-то. Что есть конкретный человек? Что представляет конкретный человек? Я не социолог, не группа людей, хотя... Я не социолог. Все это тоже...
приходилось изучать, человек писал, научить. Но мой личный интерес – это внутренние ресурсы конкретного человека. Sú vnútorné zásoby každého konkrétneho človeka. I ja ubežďujem, a som presvedčený, že imejšíse v našom rozporížení technológie, som presvedčený o tom, že technológie, ktoré môžeme používať, ktoré sú nám dostupné, работают, су функционально и могут давать практические результаты. А можно нас привести к практическим результатам? Но это не просто. А не это единственное. Тем более, и это опять же моя принципиальная позиция. Делать это надо на базаре жизни. Что все это треба робити на тргу живота. Не уходя в лаборатории, там закрываясь ото всех, не уходя в монастыри, склепы и другие формы бегства с базара жизни, потому что... Опять же, это мое глубокое убеждение. Живое знание существует только в форме людей. И только через сопереживание с другим и другими мы можем познать принцип целого. И им пользоваться. Но это после перерыва. Последний ключевой момент – это переживание как форма познания. Перерывчик. Я не хочу пользоваться привилегией курить здесь, я скажу вам. Ну, сейчас самая сложная часть контекста. Как вы перевели переживание на чешский? Проживание. Ну, как всякое слово, это обозначающее. А вот что оно обозначает, сейчас попробуем говорить. А что он значит, смысл этого разобрать? Я не знаю, есть ли перевод на чешские книги Федора Василюка. «Психология переживания» есть? О, ура! Ура! Это было такое революционное событие. Психология переживания. Психология переживания. Федор Василюк. Федор Василюк. Работавший тогда в Симферополе. Который работал еще в Симферополе. Вот что-то звездануло, как это. Ничего осветило. И он написал эту замечательную работу. Он написал эту фантастическую работу. Она была настолько замечательная, что дальнейшее сцепление событий это полностью подтвердило. Он сдал рукопись в академкнигу издательства. Ее поставили в план через 2 года.
A dali jako do plánu, že lidé должна была выйти. Ну, совершенно внезапно какой-то мэтр не сдал вовремя рукопись, нужно было заткнуть дырку. А никто ему не отдал в час рукопись, было треба залить дырку. Под рукой оказалась рукопись Василика. И... На то то место достал рукопись Василика, а книга вышла. Теперь он, естественно, в Москве. Сейчас он живет в Москве. Преподает в трех учебных заведениях. Преднаша... Зарабатывая на жизнь. Школа. Я с ним встречался уже в Москве. Он говорит, я понимаю, что это был мой звездный час. А говорит, я уже это была моя звездная эра. Но сейчас у меня нет никакой возможности это продолжить. А я сейчас не имею никакой возможности в том продолжать. Добыча ресурс. Забрала все. Это же пришел вообще из дрова. Но звездный час состоялся, потому что до этого. А весь эту мал, потому что до тогда. А переживание как в форме познания. О переживании, ако о форме познания. И как основе творчества. А ако о закладе творивости. Можно было прочесть только в эзотерических текстах. Сказала о том читать в эзотерических текстах. Продираясь сквозь восточную терминологию. А успели ли вы продираться с východную терминологию? Я опущу там детали есть в книге, но сразу, как говорится, заглавное, что творческое переживание рождается тогда, когда внутренний мир предельно сложный, и внешний мир предельно сложный. То есть уровень сложности внутренних задач и внешних предельно. Те, кто из вас, кто знаком с различными текстами, сразу узнают. Те, кто из тех, кто познает разные тексты. И сверхусилие. Гнедьете о надусилии. И катастрофу. И другие приемы обучения, использованные и найденные. Приклады, способы обучения. В эзотерических системах. Которые находятся в эзотерических системах. И сразу можно понять, почему художники, если они действительно художники, а не ремесленники. А и потом похопительное, прежде умельцы, говорим о скуточных умельцах, не о ремесленниках. Так сложно живут среди людей. И им так вельми, за им так сложно жить между людьми. Они другие. Они су иные. У них очень сложный внутренний мир. Мою вельми сложный внутренний свет. А социальная реальность делает их внешний мир тоже предельно сложным. А социальная реалита им теж витвара гранично сложные подмінки. Знаете, Анатоль Франц однажды сказал замечательные слова. Франц сказал один раз фантастическое слово. То искусству всегда угрожали два чудовища. Умение угрозовали всегда две вещи. Мастер, который не художник. Мастер, который не умелец. Владеет ремеслом, но не художник. Овладел ремесло, але не є умелец. И художник, который не мастер, который художник, но выразить не может. Не докаже виявить то, что его внутри. Мы использовали это обозначающее. Положили мы то, что означает. Чтобы зафиксировать тот момент. Чтобы зафиксировали момент. Что качественная сторона сознания, как источник, как здоровье, знаний познания, доступно только переживанию.
je dostupná iba pre prežívanie. Только переживание, iba prežívanie, схватывает целое как целое. Dokáže obsiahnuť celok ako celok. Переживание это не чувство. Prežívanie to nie sú pocity. Nie emócie. To nie sú emócie. Это именно тотальное включение. To je totálne zapojenie всей субъективности. Целой субъективности. Для того, чтобы познать на уровне переживания. Aby bolo možné spoznať na úrovni prežívania. Celé. Celé. У Леонардо, по-моему, да Винчи. Podľa mňa Leonardo da Vinci. Если я не ошибаюсь. Ak sa nemýlim. Есть такая притча. On má takú bajku. Однажды. Раз. На площади Святого Марка в Венеции. На námestí Svätého Marka v Venecii. Stoja rядом с клеткой со львом. Keď stál vedľa klietky s levom. S ním случилось мгновение. On nastal u neho taký okamžik. V ktorom uvidel, как всё устроено. V ktorom uvidel, ako je všetko urobené. Вся вселенная. Celý vesmír. И лев это увидел. А увидел то и лев. Ну, это притча. А вот это такая байка. И тут же забыл. А в том моменте я и забыл. И он, и лев. А и он, а и лев. Вывод, который он делает. Завер, который он делает. Все это слишком сложно, чтобы можно было понять. Все это очень сложно на то, чтобы это дало покупить. На Востоке это выразили знаменитое такое изречение: просветление есть, просветленных нет. Это такое východное порекадло: просветление, або освещение есть, но освещенных нет. Потому что это переживание. Потому что это переживание. А насколько материал этого переживания насколько материал, который похожа, перейдет в вашу жизнь и деятельность, до вашей каждодневной животной чинности, это вопрос вооруженности вашей субъективности. То зависит от того, как выстроена ваша субъективность. И не только интеллектуальная вооруженность. А не дело на интеллектуальную выстроенность. А вообще все системы внутреннего управления. Ale o celý systém vnútorného riadenia. Для этого нужно себе представить. Musíte si dokázať predstaviť. Все системы внешнего управления, všetky systémy vonkajšieho, ktoré na nás действуют. Ktoré na nás pôsobia. Ну так, в объеме. Predstavte si tak v objeme. Мы являемся объектами социального управления. Сме объектами социального управления. Причем это социальное управление осуществляется в очень большом количестве форм. При этом социальное управление има вельми не только социальное давление, социальная сугестия, но еще много разных, от самых простых плюс-минус подкрепление, пряник, кнут. Ale ešte je mnoho iných. Odmena, trest, до самых сложных, через мифологию, идеологию. Идеологию, митологию. Знаете, когда там в библиотеке города Даугавпилс, то, когда в книжницах места Даугавпилс, мне попалась такая книжечка, сами достал дону книжка. Проблемы управления поведением человека. Проблемы неодения человека.
Когда я ее раскрыл, выяснилось, что это вот такой набор статей тезисного характера. Указал И ссылки там, психология подследственного, психология свидетеля и так далее и тому подобное. То есть в те времена просто нужно было напечатать и разослать по библиотекам для того, чтобы коллективу авторов вручить государственную премию. Aby vlastně kolektiv autora mohl být odmluvený. Существují очень сильные и хорошо финансируемые исследовательские центры, которые заняты только одним. Existují velmi dobré finančně podporované problémami управления массовым сознанием. Které se věnují problémům řízení masového vědomí. От фильмов художественных, от умеленских фильмов, романов, детективов, различных публикаций в газетах, журналах, часописов, ну, естественно, с экрана телевидения. Самозрейме, из телевизии. Это все просчитанные управляющие программы. To jsou programy, které jsou směrované na řízení. Je to jisté. A je to přirozené. Государство, которое не может управлять своим общежитием, а мы все живем в общежитии, рядить своих обитателей, оно рухнет. Старостанет. Перестанет существовать. Перестанет экзистовать. И переживать по этому поводу, в бытовом смысле слова, не имеет смысла. Мы люди, социальные существа, живущие в социальной реальности, в общежитии, и находимся в сетке системы проблем. A nacházíme se v síti řízení. Problema v tom, чтобы не раствориться. Problém je v tom, aby jsme se nerozpustili. Потому что ради добывания ресурсов из социального мира. Protože při удовлетворяем им не только свои потребности, но и потребности различных мы. Uspokojíme nejen svoje potřeby, ale i potřeby různých my. Neizbežnost. A to je nevyhnutné. I vše to, co my přivyčně nazýváme moja život. A to, co jsme si zvykli nazývat můj život. Minimum na 97%. I minimálně na 97%. Je to náš život. To není můj život, ale náš život. Мы существа стайные. Мы стадовые бытости. И никуда от этого не денешься. Не дастся от того не. Я помню, как один молодой мужчина в перерыве нервно курил и плакал. Памятам си, как один молодой человек. Будучи отнюдь не сентиментальным. Плакал, а фальчил. После того, как узнал. Потом, как са дозведел. Что существуют биологические лидеры. Že existují biologické lídry i biologicky vědomé. A biologicky. I tudy je pochopil, že on vědomý, a ne lídr. A on si uvědomil, že on je vodce, a ne lídr. Já vycházím z kultury, i u něj taky zlé slzy kazí. A to druhé bylo ti, kteří jsou vedení. A když se dozvěděl, že on nepatří mezi lídry, ale mezi těch vedených, tak začal až nervově plakat. Мы не любим данность. Не маме ради то, что и данное. Мы любим сделанное. Не маме ради то, что и все, что сделанное, мы можем понять, приспособиться то, или приспособить. Можно похопить, можем сказать. А данность мы не любим, потому что она сама по себе вне наших оценочных систем. Protože danost nemůžeme hodnotit. Člověk nemůže toho trpět, поэтому один говорит жуткая осень. Jeden говорит страшная весна.
Почему жутко? Осень, ага, есть осень. Если дождик, он есть дождик. Дождь. Это данность. Я уже не говорю, что мы вытворяем со своими телами. А уже не говорю о том, что мы делаем со своими телами. Это тоже данность. Это тоже данность. На весь мир внешний состоит из того, что данность, не поддающаяся оценочным критериям. Но мы все равно оцениваем. А мы это напряг того однотимое. Доходит до того красивое извержение вулкана. А мы говорим, красный выбух сопки. Не вовремя извергается вулкан. О, не выбухала, не выбухала та сопка, правда, что ты понимала. Я беру такие яркие примеры, но если вы внимательны будете, вы обнаружите, что сплошь и рядом. Мы пытаемся данность таким хотя бы образом приручить ее. Это просто дано. Это просто так есть. Тут знаменитые покрывала майи, то есть миры, уровни иллюзии. Так вот, уровни иллюзии. Относиться оценочно к данности – это иллюзия номер раз. Относить то, что есть данное, то есть иллюзия число одна. Нет ни хорошей, ни плохой погоды. Нет, ни добрая, ни злая почаса. Нет ни хорошего, ни плохого времени суток. Не, ані добрі, ані злі. І так далі. Це все дано. То є все дано. А от то, що зроблено, то, пожалуйста, оцінюйте, сравнюйте, переделуйте, совершенствуйте. Море удовольствия. Потому что это человеческое. Это сделано людьми. То робили люди. Но есть еще огромный мир. Ale ještě je obrovský svět. Nejavné. Neprojavné. My vše známe, že je. Všichni víme, že je. No, nejavné. Ale je neprojavné. Po tomto povodu možno nasačinět co štogorno. A proto, co se týká neprojavného, můžeme si vymyslet čokoliv. No, nejavné ovládají takým nepříjemným svojstvem, даже будучи названным оно явленным не становится. Але непроявленное має одну власність. До конца, ай, кіть го помемуєме, не стане сас не нічого, що є проявлене. Квант. Чисто такое научное, да, квантовая механика. Квантовая механика, ведець, нічого, що є цілковедіцьке. Ну, абсолютно неявленное. Але є то абсолютно непроявлене. Для некоторых только горстки тех, кто с этим экспериментирует, они там что-то регистрируют. И вам мало людей, которые за тому веду, нечего регистрируют. Я вам скажу проще, если у вас в руках нет микроскопа, то для вас микроб это тоже неявленное. A i když povíme ještě něco jednodušší, když nemáte v rukách mikroskop, tak mikrob je pro vás neprojavný. Хотя, казалось бы, важное. Не говоря о более тонких вещах. Не говорим о приемнейших вещах. Можно ли работать с неявленным? Конечно, можно. Да, сопрацовать с неприявленным, да. Для этого есть специальный приемы, опять же, интеллектуальные инструменты. На то экзистуют специальные. Так работает вся физика микромира. Как работает физика, так работает масса вещей в науке, в эзотерике, философии и так далее. И самое интересное. А что наизаимовейшее? То можно так работать с неявленным, что сама работать так с непроявленным, что результаты этой работы, же выслатки этой работы, объективизируются в явленном. Са буду объективизовать в проявленном.
Сейчас вот если интернет открыть, там бесконечно часто встречается технология исполнения желаний. После того, как американцы сняли фильм этот «Секрет» и книжку. Действительно, такая технология есть. Но ни в книжечке, ни в фильме, ни в других местах. Самое главное не указано. Во фильме не это наиболее указано. Хотя это можно сделать. Вот си сам туда убрать. Там две проблемы. Первая. Там два проблемы. Невозможно задать время исполнения желания. Первое не даст вам учить час. Оно исполнится, но когда непонятно. А второе, что вы можете забыть, что это ваше желание. А другое, что вы можете забыть на то, что это было ваше желание, а оно исполнило. Но таких спонтанных выбросов в определенных состояниях у людей происходит регулярно, и желания их регулярно сбываются с такого рода. Но в реальности есть еще одно неприятное свойство. Она не знает, что такое «не хочу». Это заметили еще древние и сказали, если ты очень сильно чего-то не хочешь, это обязательно произойдет. Потому что реальность это воспринимает как «хочу». Она вот этой нашей хитрости, типа «не хочу», не знаю. Она не познает ту нашу такую спекулятивность «не хочу». Вы этого слишком сильно не хотели. Верности это не хотели. Но это тонкие материи, с ними нужно уметь работать. Большинство людей, даже зная и попробовав, не пользуются. А большинство людей, которые то и победят, познают, искусили, так то не поуживают. Это парадокс. Он давно выражен в простой мудрости. Бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. Поэтому этот парадокс выражен в мудрости. Бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. Вот такая вот история. Это маленький зигзаг. Вернемся к переживанию и целому. Сейчас обратимся к переживанию и к целому. Это очень трудно найти слова, хотя бы намекающие. Очень тяжко сам тут выбираю слова, которые были с такого наповедом. Понимаете, для деятельности нужно все поменять внутри, потому что деятельность тотальная, образно говоря. Издревле известно, что лучшая система обучения это эффект присутствия. То есть эффект сопереживания с тем, кого ты выбрал, или он тебя выбрал, тем, учитель. Которого ты себе выбрал, або он тебя выбрал, ако, ты себя выбрал как учителя. Это очень сложно, но сложное, во всех источниках указано, что это самый лучший способ. А все здравия указывают на то, что это наилучший способ. Все остальные способы, они частичны. Все остальные способы сучасточны. И поэтому целое под названием обучение, традиционно называется путь. И традиционно называется цеста. И занимает достаточное количество времени, даже при наличии постоянной устремленности. А тривает он поверхне долгий час, причем, а если вы ознакомитесь с описаниями пути в различных источниках, там Индия, Тибет, Азия, Африка, Египет, Европа,
Вы увидите, что они состоят увидите, из одних и тех же по содержанию этапов. Že se skládají po člověka obsahové stránky z rovnakých etap. Потому что везде человек. Protože všade je člověk. Да? И чтобы от устройства дойти до центра управления полетами, нужно пройти определенный. И каждый этап отмечается тотальным переживанием соответствующего содержания. Určitými этапами, которые что для цивилизации это слишком громоздко, слишком индивидуально. Ни один серьезный ученый, занимающийся проблемами человеков, не будет спорить с тем, что человек изделие штучное. То есть каждый из нас существует в единственном экземпляре. Даже однояйцовые близнецы, dokonce a jednovaječné dvojičky, как изделия, значительно отличаются друг от друга. Ako výrobky sa jeden od по той простой причине, что само изделие обладает таким уровнем сложности, pretože samotný výrobok je natoľko zložitý, при котором два одинаковых изделия просто невозможны. Že dva rovnaké výrobky existovať nemôžu. Когда появились сверхсложные технологические изделия, выяснилось, что каждое изделие обладает собственной, образно говоря, индивидуальностью. И для профессионального пользователя нужна персональная настройка этого изделия. А каждый профессионал потребует наладение про себя, про него, чтобы это было особенное наладение про каждого пользователя. Мы живем в великом среднем. Живем в великом среднем. В мире, как я говорю, статистики. А как я говорю, в свете статистики. И согласно этой статистике с нами все не случается. Со с нами и все дело. Вот попробуйте простую вещь, какую-нибудь игру. Покуститься о такую единодушную вещь, не игру. Есть статистические данные, что такая комбинация, скажем, выпадает. Вот внешняя цель всех этих мероприятий. Внешняя цель всей этой деятельности. Потому что мы, еще раз повторяю, живем внешним управлением. Protože ještě raz opakujeme, všetci žijeme na základě большинство выборов наших случайными. Většina našich rozhodnutí je náhodný. Поэтому мы едем из точки, из пункта А в пункт Б, z bodu A do bodu B, вдруг обнаруживаем себя в пункте С, zrazu sa ocitneme и говорим, ну я сюда и хотел на самом деле. Есть такая знаменитая песня времен гражданской войны. Про матроса партизана Железняка. Он жил на Одессу, а выжил в Херсон. Посмотрите на карте, где-то Одесса и где-то Херсон. Где Одесса, а где Херсон? Ну, моряк, он нас уже не ориентирует. Нас уже не видел зорьендовать. Так и мы с вами. А то писте платье и про нас. Потому что мы вертим головой во все стороны, только не смотрим вперед. Раз. Потому что позираемся всюду на около, не допреду. А во-вторых, мы руль нашей машины жизни. А по-друге, волант
нашего стола. Всячески пытаемся кому-нибудь сбагрить. Хотим неустало никому дать. То у нас судьба сидит за рулем. Осуд сидит за рулем. То карма. Карма. То лично Бог. Бог. То ангел-покровитель. Ангел-охранца. То ничего уж тут не поделаешь, уж такая тут ситуация. Кто угодно, только не мы. Сиди за того, кто хочет, но не мы. Но зато мы мастера объяснять, как мы оказались там, где оказались. Но зато мы майстрами. У нас универсальная отмазка. А на самом деле я этого и хотел. Высветлить то, что мы находимся там, где мы находимся, потому что всегда говорим, что это самое. Врём сами себе и окружающим, не стесняемся. Каламаме сами себя и остальным. Потому что каждый момент настоящего, потому что каждый момент притомности, хотим мы этого или не хотим, мы совершаем выбор из огромного, достаточно большого количества вариантов будущего. В каждом моменте притомности, чи хцеме або не хцеме, се розгодуємо между множеством вариант, которые се находят в будущности. Если это делать осознанно, то под каждым выбором стоит ваша подпись. Под каждым решением, под каждое свое решение са подписываете. Помните это знаменитое: ибо не ведают они, что помните, творят, и в этом их счастье. Не ведят, что робя, а то не их счастье. Да так что выбирать, ведать или не ведать, это уже ваша проблема. Выбирайте, чи ведете, чи не ведете, то уж ваша проблема. Я предпочитаю ведать. Я допоручую, но мислим си, что добре, как человек. Но мне это уже очень легко. Про меня это уже вам единодухе. Резонанс, импульс, действия, все. Резонанция, импульс, чин, всетко. Все. Но это понадобилось мне 35 лет, но а я, сам на то потребовала я думаю, что можно и быстрее. А объяснил все, что это дали их легче. Понимаете, вот то, что мы называем душой, то, что мы называем душа, это орган, предназначенный для принятия решений. То есть орган, который учен на то, чтобы сам думал. А то, что мы называем думаю, это орган, предназначенный для реализации этих решений. То есть орган, который служит на реализацию этих решений. Эта штука не может принимать решения. Она... Нет, она как бы может, но это... Не может разводовать. Она не для этого. Не на то учена. А душа принимает решения. В последнее время в самых серьезных текстах, в том числе и... социальной психологии, там, менеджменте, написано, если работа не доставляет тебе удовольствия, уходи. А не маешь с працы, уходи. Уходи. От, такого никогда не было. Нигде пред ним са о том не я здесь говорю. Уже довольно давно. Уж на этом свете померне думаю. Слежу за тем, что в этой области происходит. А следую, что за этой последние буквально день. Три года последние три роки. Почти в каждой публикации о том, что не доставляет удовольствия, уходи, не думай о последствиях, уходи, спасай себя. Когда не имеешь потешения из того, что делаешь, отойди от тебя, захранься, не размышляй. Потому что если ты этого не сделаешь, все, болезни, нервность, расстройства, ну, в общем, кранты тебе. Потому что это общая реакция. Потому что это сполочная реакция. Если ты делаешь то, что не доставляет тебе радости, а делаешь нечто, с чего не имеешь радость, оно доставляет тебе неприятности. Наследует потом неприятности. И никакие расчеты, что ты с этого имеешь? А никакие там премышления или выгоды, что имеешь с того, когда ты делаешь, это ну хорошо, допустим, ты имеешь материальные какие-то ресурсы. Так они же все пойдут на лечение.
zarábaš napríklad peniaze, ale keď to robíš nerád, potom musíš tie peniaze investovať do zdravia v konečnom dôsledku. Понимаете, раньше, когда это я пытался же как-то на публичных выступлениях об этом говорить, бяка какая я был, асоциальный, а сейчас все кому не лень, пособие в менеджмента, в социальной психологии, во всяких там тренингах успешности, тренерах карьерного роста, везде одно и то же. Шаги едно о том место. Не получаешь удовольствия, уходи. Не можешь собрать, а просто уходить. Потому что собрали такую, наконец, статистику. Потому что наконец уровень. А у нас же главное доказательство истинности или неистинности. Это статистически, да? Неправильности. Собрали такую статистику, что стало ясно. Это ничем не окупается. И даже работодатели, которые плевать им на наше здоровье, и те вынуждены с этим соглашаться. Потому что это целостная реакция человека, не функция, а человека. Целиства реакция человека, не реакция функции, а человека. Вот у меня есть приятель, можно сказать. Можно было дело приятеля. Топ-менеджер высшего звена. Топ-менеджер на высокой уровне. Я уже лет 5 ему это говорю. Уж 5 лет мы говорим. А его обращение за помощью становится каждым годом все серьезнее и серьезнее. А его просьба о помощи каждый год важнейшая и важнейшая. Он разрушает сам себя. Он разрушает самого себя. И даже чуть-чуть уже это понимает. Але уж до конца то начинает трошку хапать. Но вот рискнуть не может. Ale nedokáže zariskovať. Хотя при его квалификации. Вот, понимаете, такие последствия отношения к себе, как функции. Того встягу, когда ма человек встяг самому себе, а по функции. И когда человек на вопрос, кто ты, отвечает слесарь, keď človek na otázku или гордо начальник отдела odpovedal, že ja som vedúci, это уже потенциальный клиент психотерапевта. To už je potenciálny klient pre psychoterapeuta. Вот меня спрашивают, кто ты? Я говорю, я никто, и зовут меня никак. Keď sa mňa pýtajú, kto som, попробуй меня возьми. А для солнца у меня есть персоны, ученые, художники, музыканты, и т.д., и т.п. Вот они там это все и делают. Робя свою працу. Ладно, это уже личный пример, это бесполезное дело, потому что они не работают. Да. Ну, кто же не задаст вопрос? Да, на влияние на приборы. А можно вот, например, попробовать казино? Когда человек стоит возле себя, ты не выигрываешь, а с другой стороны ты выигрываешь. Ой, я в казино видел все. Я видел, как люди разговаривают. А он говорит, что видел в кассе не ушел. Автоматом, как живым существом. Я видел, как они колдуют. Говорил сама о чарах, психоэнергетикой, как они там всячески бьют его ногами, руками, головой своей. Своего мало. Ну, комбинация, чтобы было выигрышная. Ничего не получится. По простой причине. Во-первых, ты не знаешь, как это устроено. Чтобы на что-то воздействовать, нужно хотя бы какое-то представление иметь об этой ситуации. Как устроена управляющая система.
меня был знакомый миллиардер. Ну, он захотел со мной пообщаться, и я, значит, сразу в интернет почитал, что он там пишет. И выяснил, что он любое размышление о чем-то начинает с такого вопроса. Кто или что в этой ситуации управляющая система? То, что мы сделали, отвечая на вопросы, это называется полировочка. Чтобы тот, кто уже забыл.